Тем временем улететь в Ханты-Мансийск из Тюмени станет дороже. Авиакомпания, которая летает в столицу Югры, увеличила минимальную стоимость на перелеты. Итак, я предлагаю сейчас зайти на сайт и посмотреть, сколько же сейчас будет стоить улететь до Ханты-Мансийска. Давайте посмотрим. Итак, смотрите. Если лететь, прямой рейс стоит 17 500, за багаж придется отдать около 5. Если лететь с пересадкой, можно улететь за 12 500. Но вообще буквально неделю назад улететь в Ханты-Мансийск и обратно можно было за 10 000 рублей.